Даня, что это за бумажечки ты вырезал? Это части ракеты. Да, так ты нам хочешь рассказать об устройстве ракеты? Да. Ничего себе. Сначала самая верхняя часть это командный модуль. Там находятся 4 космонавта. У служебного модуля он оснащен двигателями и топливными ячейками. И система аварийного спасения тоже с двигателями. А еще вот эти грузовые отсеки, они защищают служебный модуль. Вторая ступень отваливается, когда она тоже с двигателями и отваливается, когда ракета сделает 3 витка вокруг Земли. Первая ступень, она включается при взлете, и у нее тоже есть двигатели. Ей помогают для этого ускорители. Вместе они объединяются в самую мощную ракету в истории СЛС. Ничего себе! А вы знаете, как устроена ракета? А мы знаем.